Что вам надо от нас? Убать их! Ну, пшел! Дэвис, вставай. Пшел, свин! Пошли, брат. Мой город огонь! Побед наша! Шел! Тебя свист! Сюда! Быстро! Раб сильно! Может, лично поведешь мой шкар? Разве можно трудно? Нужно получать. Черт! Что они тут делают? Смотрится, будто всегда тут было. Что они ищут под землей? Потом поговорим. Казалось, нас держали в камерах месяцами. Но прошла лишь пара недель. Заточение заставляло всех вокруг терять надежду и разум. Я же думал о Лейле. И надежда на то, что она жива, придавала мне сил. Хоть я и не знал, выберусь ли сам. Вот и явился Фицджеральд. С вестью, что не все потеряно. Ты, клетка, спри! Отдыхай! Черт! Башка трещит! Еще бы! Получил ты от души! Ну и че вы уставились? Вы кто вообще такие? Те же, кто и ты. Пленники. Нас взяли при вторжении. Те же? И скольких гадов вы замочили? Пару. Но я только разогреваюсь. А я, кажись, закончил. Я Фицджеральд. Я с самого начала был на улицах вместе с бойцами. Я сражался рядом с братом, когда он... Он не выжил. С бойцами? Я Дэвис Рассел. Это Лео Дельгадо. Мне жаль твоего брата. Ты говоришь, у вас отряд бойцов. Боретесь с лютадорами? Да. Мы шли за Кильтером, их лидером, и попали в засаду у базы. Может быть, только я и остался. А еще кто-нибудь в городе был? Мой ребенок. Моя дочь осталась там. Там были дети? Может, девочки? Дети? Ни одного. Знаешь, я вообще детей не видел. Я думаю, их всех забрали. Клетка, крой! Ищи! Идут назад. Все по койкам. Черт. Шолга, раб или дох? Не нравится мне это, Дэв. Ох, не нравится.
тут раб! Граф Лин! Граф Лин, блин! Не глуп, а тут блин! Должны тут делать. Скоро выясним. Осторожно. Что случилось-то? Путь перекрыт. Попробуй расчистить его этим гравлинком. Тут не пройти. Эй, глянь наверх. Может, мы мостик сумеем сделать? Эй, а гравлинка утяжелять может? Не стой, Дэвис. Только не стой. Все. Постой, Ди. Все. Я иду. Подожди меня! Нужна помощь! Пошли, напарник. Ты еще откуда? За этим нас сюда и послали. С ними разобраться. Ты приноровился. Теперь веди нас. Ладно, идем.
мы вообще туда идем? Такое ощущение, что мы ходим кругами. Все равно. Лучше тут, чем в лагере. Может, удастся сбежать через тоннели? Глянь, Дэвис. Столько трупов. Думаешь, их эта штука убила? Может... Попробуем туда залезть. Зачем нас отправили вниз, а теперь стреляют? А может, это игра? Подсади! Иди. На гравлинке пригодились бы в полиции. Путь свободен. Идем. Ты только глянь, что нам приготовили. Почти ничего. Надо патроны найти. Боже, тут же массовое захоронение. Видимо, сюда сбрасывали трупы. Ди, я тут детей не вижу. Ни одного. Есть надежда. Мы не проберемся. Давай найдем другой путь. О, эти камни должны поддаться. Ди, отрубай травлинку. Идем. Путь. Смотри, должно помочь. Похоже, тупик.
Убили? Готов. О, черт. Эй, ты ранен. Дай-ка посмотрю. Ничего, не страшно. Нам надо уходить. Нет, это серьезно. Надо как-то остановить кровь. Раб жив! Робот-черт! Вот убит! Черт! Нас нашли. Граф Лингбери! Быстро! Не двигайся! Не двигайся, а то вдруг выстрелят. Угром! Что делать? Посмор, если не робот, убит! Вести барак! Шел! Дыра, видел? Это путь наружу. Скоро вернемся. Выясним, что творится.